Хорошо, давайте тогда пойдем дальше и рассмотрим, какие же предлагаются возражения против этой теории. Вот вспомните первый аргумент, который предлагают сторонники этой теории. Согласно этому аргументу говорится, что если Адам является только лишь биологическим прародителем всего человечества, то тогда почему нам не вменяются все остальные грехи Адама? Почему только первый грех? В ответ на это сторонники противоположных взглядов скажут, что теория представительства ничего не объясняет и содержит ту же самую проблему. Как же так? Если Адам служит нашим представителем, то почему он тогда не является нашим представителем в случае всех остальных грехов? И вот ответ, который чаще всего можно услышать от сторонников теории представительства Адама, заключается в том, что только лишь первый грех был особенным грехом, и только в случае этого первого греха Адам являлся представителем всего человечества. Почему только в случае этого греха? Говоря юридическим языком, это был единственный грех, который заслуживал внимания, потому что только после этого греха изменился статус Адама, он стал виновен, как и все остальное человечество стало виновным после этого греха, и все остальные грехи уже ничего не добавляли в этом статусе. Этот статус был изменен первым грехом. Кроме того, нам говорится о том, что Бог заключает завет только в случае этого первого греха. И только этот первый грех имеет юридическое значение. Но вот этот ответ звучит достаточно убедительным для защиты истинности теории представительства Адама и теории частичного представительства, о которой мы будем говорить позже. Другими словами, сторонники теории представительства отвечают на это возражение таким образом, что они говорят, что только первый грех Адама был совершен Адамом как нашим представителем. Только этот грех засчитывается. И тогда сторонники другого взгляда, который можно назвать реалистическим взглядом, могут сказать: «Ну хорошо, если вы так утверждаете, почему мы не можем так утверждать?» И, конечно, биологически мы присутствовали в Адаме в тот момент, когда Адам совершал грех. И если для Бога только первый грех имеет такое значение, и только этот грех меняется людям, то сторонники как одного, так и другого взгляда могут отвечать подобным образом. Хорошо. Тогда сторонникам противоположного взгляда все это представляется таким образом, что независимо от того, какого взгляда вы придерживаетесь, вы можете ответить подобным образом. На что сторонники теории представительства скажут: «Да, но мы должны понимать на основании 2 и 3 глав книги Бытие, что Бог все установил определенным образом. Именно Бог так решил, что Адам будет служить представителем всего человечества». Сторонники частичного представительства на это скажут: «Ну а почему же мы можем такое утверждать? Какие стихи из 2 и 3 глав книги Бытие могут подразумевать, что Адам выступал в роли нашего представителя?» Они подобных указаний в этих главах не находят. Согласно их пониманию того, что записано в книге Бытие, Бог конкретно обращается к Адаму и Еве. И мы знаем о том, что те проклятия, которые были посланы Адаму и посланы Еве, вот эти проклятия
перешли на все человечество. Но, тем не менее, это не указывает на то, что Адам и Ева служили представителями всего человечества. Здесь не говорится о том, что они не были представителями, но и не говорится о том, что они были представителями. Идем далее. Второе возражение. Согласно этой теории, Бог может заключать завет с одним конкретным человеком, и этот завет распространяется на многих людей, и с этим никто не спорит. Но хотелось бы уточнить, а истинно ли это в этом случае, в случае Адама? То, что такое возможно, что Бог может заключать завет с одним человеком, и этот завет распространяется на все человечество, не означает и не доказывает, что в случае с Адамом так и было. Мы с вами уже говорили о том, что сторонники теории представительства обращаются к книге пророка Осии, а именно к 6 главе 7 стиху. В нем мы читаем: «Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». И здесь речь идет о народе израильском. Но о чем же в действительности Бог говорит в 6 главе книги пророка Осии? Бог говорит, что есть некий завет, который Бог заключил с Адамом, и Адам этот завет нарушил. Нигде в книге пророка Осии или в каком-либо другом месте мы не находим намека на то, что этот завет, который Бог заключил с Адамом, заключался в том, что Адам становился нашим представителем. Получается, что это то, что вносится в текст, а не то, что записано в тексте. И здесь также говорится о том, что Адам нарушил этот завет, но здесь не говорится о том, что он нарушил этот завет, будучи представителем всего человечества. Это также вносится в текст. И даже если вы придерживаетесь следующего взгляда, о котором будем говорить, взгляда частичного представительства, то вы можете согласиться с тем, что в книге пророка Осии, в 6 главе, в 7 стихе, говорится о неком завете, заключенном между Богом и Адамом, и что Адам нарушил этот завет, но больше там ни о чем не написано. Там не написано о том, что Адам был чьим-то представителем. И делается заключение о том, что завет, о котором написано в книге пророка Осии, это завет, о котором мы читаем в первой и второй главах книги Бытие, потому что только там мы можем об этом прочитать в Писании. Хотя там не говорится о том, что это именно завет. Однако совершенно ясно, что Адам и Ева ослушались того, что заповедал им Бог. Однако нигде не говорится о том, что они это сделали, будучи представителями всего человечества. Есть еще одно возражение против теории представительства Адама. Мы говорили о том, что сторонники теории представительства утверждают, что сама идея представительства, что кто-то что-то делает от лица других людей, не чужда Писанию, что это библейская идея. И действительно, никто не спорит о том, что эта идея библейская, и в Писании можно увидеть подобные примеры. Но это лишь показывает возможность того, что Адам был представителем, но возможность того, что так могло быть, не означает, что так и было. Где в Писании говорится о том, что Адам и Ева были представителями всего человечества? Обычно нам указывают на первые три главы книги Бытие. Но где в этих главах можно прочитать о том, что Адам и Ева были представителями всего человечества? И мы с вами уже разобрали Осии 6:7. Но что говорится в этом стихе? Говорится ли о том, что Адам был представителем всех людей? Поэтому нам совершенно ясно, что да, Писание говорит нам о том, что некоторые люди служили чьими-то представителями. Да, действительно возможно, что Адам мог быть представителем,
Но доказательств этому мы не находим. Доказательств того, что в действительности он был таким представителем. Сторонники теории представительства Адама могут сказать, вот посмотрите. Да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Но основным моим аргументом, на котором строится моя теория, является аргумент из 5 главы послания к римлянам, где Павел строит аналогию между Адамом и Христом. И аналогия имеет смысл только в том смысле, если Адам является представителем всего человечества. Ну хорошо, давайте тогда в этом случае более внимательно посмотрим на то, что записано в 5 главе послания к римлянам. Но прежде чем мы это сделаем, я думаю, будет разумно поговорить о природе аналогии. Можно говорить о примерной аналогии и о строгой аналогии. И когда кто-то говорит, что есть строгая или точная аналогия между тем-то и тем-то, скажем, то что он имеет в виду? Что он говорит о тех вещах, которые он сравнивает и находит между ними аналогию? Имеет ли он в виду, что какие-то ключевые моменты похожи, но какие-то в обоих случаях остаются отличными? Или он имеет в виду нечто иное? Кто-либо желает высказать свое мнение? Да, пожалуйста. Я осмелюсь предположить, что строгая аналогия означает полное совпадение всех ключевых моментов. Можно говорить о том, что все должно быть сопоставимо. Правильно. Все ли услышали, что сказал Крис? Он сказал, что если речь идет о строгой аналогии, то ожидается, что все в сравниваемых объектах сопоставимо. И я хотел бы согласиться с вами, все, что вы только что сказали, в основном верно. Но позвольте мне выделить здесь несколько нюансов. Помните о том, что аналогия не подразумевает тождественности. Поэтому мы можем говорить, что есть аналогия между двумя вещами, но тем не менее какие-то моменты могут отличаться. Но если речь идет о строгой аналогии, как сказал Крис, то основные, ключевые моменты, которые лежат в основе того, почему вообще строится аналогия, то вот эти ключевые моменты должны быть сопоставимы. Основные характеристики должны быть похожи. Или тогда это уже не строгая аналогия. Но, тем не менее, мы можем говорить о похожести чего-то. И какие-то основные характеристики могут быть сравнимы, могут быть сопоставимы. Но другие характеристики при этом могут кардинально отличаться. Так? И тем не менее, все еще мы можем говорить, что есть некая аналогия, просто аналогия не строгая. Что ж, вы можете сказать, ну это все звучит здорово, это все замечательно, но вы можете спросить, зачем мы об этом обо всем говорим? Что ж, причина проста. Послание к римлянам, 5 глава, стихи с 12 по 21. Не говорится о том, что Адам выступал как наш представитель. Вы не найдете такой фразы. Вы не найдете высказывания о том, что Адам поступал от нашего имени. И что? На основании чего тогда мы можем говорить, что часть аналогии между Адамом с одной стороны и Иисусом Христом с другой основана на роли Адама и Христа по отношению к человечеству? Как мы можем об этом знать? И единственный путь, чтобы это определить, это посмотреть, в чем же может быть аналогия между Адамом и Христом, в чем есть схожесть между ними. Что это за ключевые моменты,
которые могут быть сопоставимы в случае Адама и в случае Христа. И если все эти ключевые моменты сопоставимы в соответствии с текстом, то тогда, несмотря даже на то, что в тексте не говорится о том, что Адам наш представитель, то мы можем об этом говорить. Позвольте мне проиллюстрировать на доске, что я имею в виду. Давайте предположим, что мы сравниваем, скажем, А и Б. И давайте предположим, что, скажем, у объекта А есть некие характеристики, скажем, характеристика P, и у объекта B также есть характеристика P. И если мы рассмотрим далее, то обнаружим, что у объекта А есть характеристика Q, и у объекта B также есть такая же характеристика. Причем эти характеристики являются ключевыми. И давайте также предположим, что у объекта А есть характеристика R, и также характеристика R есть у объекта B. А также скажем, что у объекта B есть характеристика S, но мы не знаем, есть ли такая характеристика у объекта А. И давайте предположим, что А — это Адам, Б — это Иисус Христос. И теперь посмотрите, что мы говорим. А сопоставимо с Б, как П сопоставимо с П. Q сопоставимо с Q, и R сопоставимо с R. И из текста мы также знаем о том, что у Христа есть характеристика S. В случае Христа бессмысленно говорить о том, что Христос является нашим естественным представителем по рождению. Он является нашим представителем по положению. Но не говорится о том, каким представителем является Адам. И если все остальные ключевые характеристики Адама и Христа сопоставимы, то тогда мы можем говорить, что, возможно, у А также есть характеристика S, так как такая характеристика есть у Б. И что же произойдет тогда, если скажем, что в случае Христа говорится о том, что у него есть характеристика S, и давайте здесь подпишем «представитель». И также в тексте мы читаем о том, что у Адама есть характеристика P, но в случае Христа не говорится о том, что у Христа есть такая характеристика. И также в тексте мы читаем о том, что Адам имеет Q-характеристику, и Христос имеет Q-характеристику, но не говорится о том, что у Адама есть характеристика R, а у Христа она есть. И вот если такова ситуация, то есть ли у нас право написать здесь S? Не предполагаем мы слишком много в этом случае. Так как есть другие ключевые характеристики, которые несопоставимы, которые не имеют аналогов, то тогда у нас не так много оснований для того, чтобы предполагать, что S является характеристикой A. И означает ли это, что нельзя говорить ни о какой аналогии между A и B? Нет. Просто речь идет не о строгой аналогии. То, что у нас было на доске до этого, вот то как раз и было строгой аналогией, когда речь шла о соответствии всех основных ключевых моментов. Хорошо, и, наверное, сейчас вы думаете, ну, а какое отношение это имеет к аргументу? Просто я хочу сказать о том, что в 5 главе послания к римлянам мы не находим строгой аналогии. Аналогия лишь частичная. А если так, если аналогия не строгая, то тогда мы не можем с уверенностью утверждать о том, что раз Христос является представителем, то и Адам должен быть представителем. И как же я могу доказать, что в 5 главе послания к римлянам речь идет не о строгой аналогии? Разве мне недостаточно будет показать вам, что в тексте упоминаются ключевые характеристики Адама, которые не имеют соответствия в случае со Христом, и также упоминаются ключевые характеристики Христа, которые не сопоставимы с ключевыми характеристиками Адама?
И сейчас я это и сделаю. Я понимаю, что времени у нас осталось не так много, и лекция подходит к концу, но, тем не менее, давайте мы об этом поговорим. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. 12 стих 5 главы послания к римлянам. Здесь очень ясно говорится о том, что все люди в действительности согрешили в Адаме. Адам совершил грех, но в этом стихе говорится о том, что мы совершили этот грех вместе с ним. И нигде в 5 главе послания к римлянам, а также в любом другом тексте Писания, во всяком случае, я такого не нахожу, что говорится о том, что во Христе мы совершили праведный поступок. Христос такой поступок совершил, но не мы. Другими словами, в случае Адама мы что-то совершали. И сторонник теории представительства Адама скажет, что мы совершили этот грех, потому что Адам был нашим представителем. Но нигде в этом тексте не говорится о том, что мы делали что-то во Христе. Является ли это ключевой характеристикой, важной характеристикой для этого сравнения? Несомненно. Это ключевой момент в этом тексте. Это не что-то случайное, второстепенное. Конечно, мы не можем говорить о полной аналогии между Адамом и Христом. Адам — человек, Христос — это Бога-человек. Но при этом эти характеристики не являются ключевыми в этом сравнении. Та характеристика, о которой мы с вами поговорили, является ключевой. Она лежит в основе того, о чем говорится в этом тексте. Поэтому первая проблема связана с тем, что говорится о том, что мы что-то совершали в Адаме, но ничего не совершали во Христе. Но есть еще одна проблема, которая следует из первой проблемы. То, что мы получили от Адама, справедливо. Так? Так как мы участвовали в совершении греха, то мы должны быть либо наказаны за этот грех, либо вознаграждены, если мы совершили праведный поступок. То, что мы совершили в Адаме, было грехом. Поэтому мы вполне заслуженно получили наказание, и это справедливо. Но так как мы ничего не совершили во Христе, но Его праведный поступок вменяется нам, если мы принимаем Его как Спасителя. И то, что вменяется нам в случае Христа, что-то очень хорошее, неплохое, то здесь речь не идет о справедливости. Здесь речь идет о благодати. Итак, мы с вами уже обозначили два ключевых момента, которые несопоставимы в этой аналогии. Первый такой момент, что в случае Адама мы совершили некий поступок. И второй ключевой момент состоит в том, что в случае Адама мы получаем возмездие по справедливости, а в случае со Христом мы получаем вознаграждение по благодати, а не по справедливости. Мы не заслужили никоим образом то, что получили благодаря Христу. Есть и другие моменты, которые указывают на то, что аналогия здесь далеко не полная. И если бы у нас было больше времени, мы бы об этом поговорили. И мы постараемся вернуться к этому на следующей лекции и еще раз пересмотрим эту аналогию. И затем мы с вами рассмотрим следующую теорию, теорию частичного представительства. И, быть может, вам интересно, о какой точке зрения придерживаюсь лично я. Какое-то время и продолжительное время я считал, что верна теория частичного представительства. Но несколько лет тому назад, обсуждая этот вопрос со своими коллегами, я пришел к убеждению,
что в действительности ни та, ни другая теория не соответствует действительности, потому что в обоих случаях задаются вопросы, которые Павел не задавал. Я понимаю, что здесь требуется больше объяснений, поэтому наберитесь терпения, вскоре мы подробно все это обсудим на следующей лекции, и далее мы перейдем к изучению доктрины о спасении. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.